а мы сейчас. Давайте-ка возьмем в руки парочку увесистых книжных томов. Жонглировать мы, конечно, ими не будем. Книги вам понадобятся для зарядки. Если рабочий день начался, а организм еще не может проснуться, поможет утренняя гимнастика. Но сперва вооружимся книгами. Исходное положение – ноги на ширине плеч. Поднимаем руки к плечам, сводим лопатки, вдох. Возвращаемся в исходное положение, выдох. Повторяем все 10 раз. Потратили всего 2 минуты, а заряда бодрости хватит на весь день. Доброе утро!